Друзья, всем привет! Мы с вами сейчас у пруда в Гагаринском парке в Симферополе. И посмотрите, кто прилетел. Вот, я-то издалека подумал, что это вернулся баклан Яшка. А это вернулась, ну не Яшка, а вот та вот невеста, которая прилетела несколько недель назад и увела нашего Яшку в какие-то морские края, видимо, на Черное море улетела, а сама снова сюда вот вернулась, только уже без Яшки. Вот такая вот красавица с милированной шейкой. Интересно, почему она вернулась? Вроде тогда было понятно, здесь ее привлек Яшка, но, видимо, за те несколько дней, которые она здесь была, которые она потратила на то, чтобы нашего Яшку увести с собой, то поняла, что здесь много вкусной рыбы, потому что мы помним, летом сюда Виктор Жиленко выпустил очень много мальков, и здесь рыба хорошо расплодилась, еды достаточно, даже с избытком, водоем тоже не маленький, теплый, и вода проточная, поэтому здесь для рыб прекрасные условия, несмотря на то, что много уточек, которые тоже не против словить рыбку. Но бакланы, они гораздо лучшие рыбаки, чем уточки, и поэтому могут поймать практически любую рыбку. Вот, наверное, эта красавица сюда и вернулась, потому что на море поймать рыбку гораздо сложнее, чем в этом мелком пруду. Ну, посмотрим, друзья, надолго ли она останется, а может быть, все-таки Яшка без нее заскучает и тоже вернется на пруд. Всем мира и добра!